В производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Оренбургской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконного приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью более 1 миллиона рублей.